Подвійний рекорд України з Urban Highline 4 травня встановили спортсмени Дніпропетровської асоціації екстремальних видів спорту. Стасу Панюті та Костянтину Карнозі вдалося пройти по стропі без зривів відстань у 63 метри, на висоті 94 та 91 метри відповідно. До рекордів хлопцям не звикати, за плечима не одне національне досягнення. Перший рекорд був на перших башнях панорами, це з крыши 17 этажей, первой башни, которую они сдали в эксплуатацию. Второй рекорд был следующие башни сданы в эксплуатацию. Крыша 25 этажа. После этого еще был не Urban Highline, а был Highline на воздушных шарах. Станислав Панюта установил в Умане рекорд Украины на воздушных шарах. Это высота 660 метров была. Рекорд в данном случае это не сама цель, а как бы способ в данном случае продвижения этого вида спорта для Украины, потому что люди не знают, что существует такой вид спорта, что это не какое-то канатохождение, которое в цирке где-нибудь. Это отдельный новый вид спорта, который стоит развивать у нас в стране. Потому что в Европе проводятся фестивали. Буквально вот в Польше проводится самый большой фестиваль хайлайна в мире, в Турции проводится. Но к нам этот вид спорта еще как бы не дошел. Спортсмени говорять, встановлювати національні рекорди для них вже стало доброю традицією. Щороку вони б'ють свіжий рекорд, встановлюючи все вищу і вищу планку. Хлопці наголошують, у Дніпрі практично не залишилося тих висот, що вони ще не опанували. Крім того, у нашому місті, як виявилося, мало хто взагалі ходить по стропі на великих висотах. Ходити лонглайн і длинні лінії как бы на низкой высоте проще из-за того, что адреналин, эмоции не такие, как на большой высоте. То есть есть ребята, которые ходят внизу достаточно длинные линии, но при подъеме наверх это становится сложнее. Хайлайнери зізнаються, цьогорічний рекорд вдався їм не без хвилювань, адже на тренування на баштах у них було всього-навсього декілька годин. Тому після встановлення самого рекорду та ще під прицілами камер ЗМІ спортсмени нарешті змогли видихнути з полегшенням. Чувствуется сейчас некоторое облегчение, что все прошло и вполне удачно. Было очень мало времени на подготовку и не было как бы полной уверенности в том, что сразу получится пройти без срывов. Так как в целом такую дистанцию мы ходили, но на более низких высотах, на других объектах, и тяжело было сымитировать эти условия, поэтому как бы тренировка на объекте ниже и на таком объекте, как этот, значительно отличается. І якщо Стасу Панюті зосередитися на висоті та пройти по всій стропі без зривів допомагає улюблена музика, то його колезі Костянтину Карнозі у нагоді стають медитативні практики. Мне помогает опыт медитации, умение находить вот это, умение менять свое состояние на лету. Главное не думать о том, что ты идешь по стропе, а все остальное я придумываю себе какую-то тему, конструирую какой-нибудь конструктор, ну типа строю какие-нибудь планы. Обычно, если мне тяжело, то так. Когда мне легко, я могу делать все, что угодно. Могу идти, смотреть вниз, наслаждаться видами и кайфовать. Когда мне сложно, приходится искать в себе силы и настроение. Долучитися до слеклайну можна щовівторка та щочетверга у Дніпровському сквері Героїв. Звісно, на 100-метрову висоту вас одразу ніхто не потягне, а от спробувати стропу близенько від землі зможе кожен бажаючий. Хто знає, можливо, саме ви станете майбутнім рекордсменом, наслідуючи приклад Станіслава Панюти та Костянтина Карнози.